Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и наконец-то мы добрались до кастомизации спауна в русской версии Mortal Kombat 11. Если вы не знаете, на канале уже было видео по кастомизации, но там была английская версия, а тут уже у нас он появился, и сами мы сейчас пощупаем, повертим, посмотрим, почитаем название. И, конечно же, скин я выбрал уже другой, то есть в том видео был самый первый скин по умолчанию, такой классический спаун. Я решил взять вот такой вот скин, такой более мультяшный, что ли, более какой-то комиксовый, что ли, спаун. Вот, ну и сейчас мы посмотрим, какие у него там части одеваются, что да как. Вот, ребята. А вы не забывайте ставить большой палец вверх, если нравятся такие видосики на канале. И давайте, поехали. Итак, смотрим, что у него там за боевые поножи. Вот так это теперь называется. То есть мы там гадали, думали, а это всего лишь называется поножи. Давайте с самых первых начнем. Значит, вот Питиус. Многим не нравится вот такой большой размер поножа. То, что он отличается, да, от другой ноги. Но мне на самом деле нравится. Мне эта тема заходит. Это, возможно, помогает как-то для центра тяжести, да, когда ты дерешься, типа что-то упор на эту ногу всегда делаешь. И, во-вторых, было бы круто, но, к сожалению, этого нет в игре. Если бы он мог круто с ноги врезать как-то, и это происходило в слоумо, там, во время крэшн-блоу, жалко, что такого удара нет. Значит, Абраксас, Белиал, это всякие имена демонов, я так понял, да? Тут в названиях. Зиминиар. Нечестивый. Вот это прям что-то напоминает мне вот в таком цвете, вот с формы этого Атроцидуса из Injustice 2. Малфас. Это что-то отдает всякими там, не знаю, Вархаммером, там десантники такие, с такими же здоровыми поножами. Объятый пламенем. Сафан. Вот, пожалуйста, кто не любит толстые поножи, вам, для вас, вот, пожалуйста, есть Ксафан. Древнее предзнаменование. Да, что-то очень древнее такое прямо. Прям скоро рассыпется. Столас. Столас, столас. Хорошо такой штукой врезать, если то, да, мало не покажется. Но если вот когда ходишь, эти шипы, интересно, не трутся об вторую ногу. Беспечный. Забавная расцветка. С той же серии. Затянутый в ад. Прям какого-то носорога напоминает. Амаймон. Было прикольно, если бы в этом поноже еще содержался шланг, и это могло работать как пылесос. Кстати, да, я знаю, что многие возмущаются по поводу того, зачем сделали кастомизацию ноги, типа, да. А пишите, ну, ваше мнение в комментариях, то есть, как бы, что бы вы сделали, что бы вы кастомизировали спауна вместо ноги, там, вместо руки, например. Так, ад на земле. Смерть на рассвете. Видите, значок стоит кристаллов, вот, где название этого, вот этого поножа. Это значит, что сейчас можно купить в магазине. Там набор прям целый продается, но я считаю, что не стоит тратить кристалл на это дело. Это все вы можете выбить в башнях персонажей. Так, значит, адские муки. Кстати, да, вот видите, требования для разблокировки и стоят знаки вопроса. То есть мы не знаем, где это можно выбить. Валах. Орубас. Можно найти в башнях персонажей, видите, написано. Ну, я думаю, в первую очередь надо идти и просто бомбить эти башни персонажа. Вы там же открываете и бруталити, и разные снаряжения, костюмы, и кристалл на них тратить не стоит. А вот кристаллы стоит тратить на всякие такие эксклюзивные костюмы, типа как классические были на Скарлетт там, или там Джейд, Скарлетт, Китана, плюс еще этот Кана. В общем, вот на такие, которые вот как бы не содержат, их просто так не откроешь. В башенках не откроешь. Значит, это Шакс называется. Элигос. Одержимый дьяволом. Руновия. Еще один пылесос и там, не знаю, какая-нибудь мультиварка. Все в одном.
Хагенти. Дикарабия. Обреченный. Дьявольский наряд. Билет. Билет. Или билет. Конец света. Так, это все у нас, да, с этими поножами. Так, ну давайте смотрим дальше. Так, поручи пошли. Были поножи, стали поручи. Сейчас мы. Так, значит, вот милосердный ад. Скверное будущее. Надо бы, так глазки светятся прикольно, с шипами. Оси. Базин. Последнее причастие. Фоколор. Коварный. Домигин. Вот это у нас сейчас одет, кстати, да? Из потустороннего мира. Сейрж. Просто кастеты, да, короче. Кастеты вот. На бицухе еще одет. Бафомет. Бафомет. Где-то такое оружие, по-моему, даже было, да? Что-то вот знакомое прям название. Божественное инферно. То ли у кого-то прием так называется. Лерайя. Сердце ангела. Вспоминается фильм с этим, с Микки Рурком, «Сердце ангела». Душа в агонии. Мархосиас. Ведьмин час. Данталеон, это тоже из набора, видите? Дерется словно дьявол. Лапа сатаны. Обжигает словно пламя. Раскрытое пророчество. Свет тьмы. Удача дьявола. Маркиз ада. Из иного мира. Экзорцизм. Мертвое зло. Из ада. Блин, такое же название где-то уже было у нас. Андрас. Ну, в общем, неплохо. Так, ячейки улучшений. Ой, так, это не то. Значит, прикосновение мертвеца, значит, броши и плащи. Да, мы как раз хотели повертеть, если будет возможность. Как-то эти плащи там отличаются за дня. Значит, называется бессмертие. Тут особо ты и не посмотришь. Ну да, плащ, он в Африке, плащ. Тут, правда, сейчас расцветка, да, у нас не канон, то что сам спаун красный, а плащ такой темный. Вот. Так, значит, добрый и верный слуга. Вот эти вот штуки у него на плечах мне очень напоминают, вот что-то похожее было у Скорпиона в Injustice 1. Еще костюм. У него был такой костюм в Injustice 1, и потом в Mortal Kombat X этот костюм тоже перенесли. Вот что-то какое-то похожее в форме. Был. Ну, это какие-то кости, походу, да? Барон Блада. Так, прикосновение мертвеца. Да, вот тут не дают полностью повертеть, но тут... Несущие откровения. Явно вот этот набор там с такими вот здоровыми, вот наручами тоже. Избранный. Карающий рыцарь. Адское наказание. Опять с этими костяшками. Адвокат дьявола. Классный фильмец, кстати, с Киану Ривзом и с Аль Пачино, да? Смотрели? Так, рай и ад. Ч
Чудо Бутси. Зарядка Линдры. Не сильно отличается, расцветка разная просто, да? Фрик. Просто фрик. Безумие Зеры. Сокрушитель душ. Вот везде ведь черепки отличаются, да, вот эти с цепочкой. Вот этот такой необычный рыцарь из Йорка. Ловец флебийских братьев. Некроплазматор. Смерть и возрождение. На распутье. Кстати, не знаю, есть ли тут что-то из фильма, что-то я вот даже не замечаю. Но в фильме, да, там другой был спаун, другой костюм. Тут больше из комиксов, видимо. Ну, как бы вот что-то похожего на фильм я вообще тут не вижу. Так, мрачный первооткрыватель. Новое начало. Воскреситель. О, такой здоровый такие. Наплечники. Шаукану бы такие, наверное, пошли. Будь завидовать. Восходящий. Вот такие наплечники с плащом уже напоминают немного Доктора Фейта из Injustice 2. Кара небесная. Опустошающее проклятие. Крысиный город. Дьявол, которого ты знаешь. Мертвец идет. Тоже такой фильмец был. Так, ну тут все у нас тоже, да, с этой кастомизацией. Так, давайте теперь смотреть скинчики. Давайте с самого начала, что у нас есть. Вот это стандартный, да, вот этот вот спаун. Изначально открытый скин такой, ну прикольно, классно смотрится. В принципе, вот с желтым, да, это называется Hell Spawn. А это у нас классика от Макфарлана. Вот почему так называется, то есть, видимо, где-то в комиксе был желтый такой спаун, присутствовал. Ангел Милосердия, вот всем нравится тоже, да, такая тема. Напоминает Дэдпула и кого-то еще, по-моему, да, там. Кого он еще напоминает, пишите, ребят, в комментариях. Кровная вражда. Тоже классная расцветка такая необычная. Прям такой молочный спаун. Вот в плане расцветок у него вообще, конечно, все очень круто. Они прям очень сильно отличаются. Возможно, стоит взять такого спауна тоже на вооружение. Так, это у нас проклятие апокалипсиса. Проклятие апокалипсиса. Так, это уже такой бандитский, да, у нас? Темные века. Это, видимо, ну, блин, не то, что видимо. Тут костюм-то у него какой-то суперсовременный, я вижу. Но он называется «Темные века». То есть, что-то вроде и старинное есть, как бы, да, и что-то современное в этом костюме. Возможно, есть какой-то комикс, который называется «Темные века», вот, про спауна. Черт его знает. Кто знает, откуда этот спаун взялся с этой маской? Почему он прикрывает лицо маской вот этой, ну, вот этим вот платком, вроде как бы и так у него маска. Или он в каком-то мире, где все такие спауны ходят и типа не прикрывают себя. В общем, ребята, пишите в комментах. А так вот такой навороченный, смотрите, костюм напоминает костюм Бэтмена, если честно, из Injustice. Вот если присмотреться, да, вот материалы очень похожие. Пластины там вот эти вот, кевлар там, что там.
Еще весь обвешан вот этими патронами, взрывчатка, смотрите. Ну здорово, здорово сделано. Очень круто подошли к кастомизации. Видно, конечно, наработки Injustice присутствуют. Это все понятно. Так, тут вот серого цвета. Так зловеще смотрится его башка тут. С этой красной раскраской. Это у нас кровь и спасение. Антиспаун. Антиспаун, ребята. Вот антиспаун, по-моему, должен быть боссом игры на PlayStation 2. Если я не ошибаюсь. Фиг знает, кто он такой, там этот антиспаун. Так, бессмертный узурпатор. Это уже вот... типа под комиксы опять. Ну, какая-то расцветка вот сама по себе мне не очень нравится. Так, это который у нас сейчас был одет. Называется подполковник. У них там, видимо, свои звания в аду. Малефик. Это такой прям вот... прям такой какой-то вот жесткий-жесткий такой скин спаун, да, прям какой-то он. Немножко рыцарь какого-то напоминает. Немного есть от Нуба Сайбета вот местного. В его маске. Что-то такое есть. Прям такой вот злостный какой-то спаун тут прям чувствуется. Ну, он вообще, по-моему, не добрый особо создание, да, как бы. Вот этот прям такой зверский. Его бы какой-нибудь Dark Souls. Он неплохо бы смотрелся. Последний пожиратель грехов. Ну, это тоже, да, такая же тема. С той же серии, только с желтыми цветами. Большой клоун. Не знаю, что тут от клоуна, конечно. Вообще спаун ненавидит клоуна. Теперь все это знают. Мстительный осквернитель. Тут тоже это обычный. Какая-то такая вот не очень приятный оттенок. Кровавый ангел. Правда, на кровавый он тут не очень похож, да? С такой расцветкой. Ангел смерти. Вот это уже похоже на кровавого ангела. Ну, вообще, как будто мясной ангел я бы это назвал. Наверное, если бы в Mortal Kombat вернули персонажа мид, мясо, то он, наверное, выглядел примерно так же. Так. Колосожатель. Хорошо, что не колосжиратель. Хотя цвет такой, цвет намекает на кал. Договор с лордом. А вот это, кстати, расцветка напоминает вот этого, как у осквернителя немного, да? Вот этого клоуна. Ну, демона, на самом деле, который в клоуна превращался там. В фильме и в мультике, и в комиксе, наверное. Сайгор. Кто такой Сайгор, ребята? Я не знаю, кто такой Сайгор, вы знаете? Убийца всех и каждого. Ну, верится, верится, да, в это верится. Причитание Ланса. Тоже мрачный такой, прям очень мрачный костюм. Опять-таки тут, если каждый снарядить своими, да, какими-то вещами, своим плащом отдельным, там отдельными там, наручами. Будет смотреться всегда по-разному. Так, это что у нас фиолетовый? Архитектор страха. Такие прям названия. Накидка Коглиостро. Коглиостро. Ой, стоп. Вот с этим можно купить за 1505. У меня уже что-то выбито, да? Получается. Да. Но мы все и так это выбьем. Кстати, такая же вот расцветка вот эта вот, как это правильно называется, была в Injustice у кого-то в скинах. Так, это значит напитка Коглиостро.
Искупитель. Кстати, ребята, это же у нас последний персонаж комбат-пака. Так, рассвет Уризена. Кто такой Уризен? Кто знает, ребята? Вот по шляпе вот эти комиксовые. Тень спауна. Кстати, вот этот бы был более правильный, да, для кастомизации, но у меня он не выбит. То есть тут именно красный плащ, да, а у меня наоборот там получилось. Но все равно хотелось просто какого-то разнообразия, да, чтобы отличался внешний вид у него. Вот это такой, видать, вот прям вот более-менее классический спаун, может быть, из первых комиксов. Так, мастер страданий. Ух, какой мастер страданий. Ух, доставит он вам страданий в боевой лиге. К7 кожа. Кожа. Это костюм называется. Плащ там или что-то тут. Кожа. Новый Мелболгия. Мелболгия — это был его повелитель, он его убил, я так понял. Тут, судя по диалогам там, да? И вот он так, что ли, облачился после этого? Страж Божий. Кто ж такой мрачный? Тут прямо вот как тут в маске проглядываются такие страшные черты. Довольно мрачный подонок такой. Стрелок. Ну, тут даже не будем, наверное, крупным планом смотреть, такая рассветка. Вот это прикольно смотрится. Маммон. Маммон. Необычная рассветка для спауна, как мне кажется. Король крысиного города. Ух. Вриколакас. Призрак Элла Симмонса. Элл Симмонс, вы знаете, да? Это его так звали. Главного героя, который после смерти стал спауном. Элл Симмонс. Бог грома. Интересно, почему это он бог грома здесь? Крейдену вроде отсылок нет. Почему именно бог грома? Понятно. Вандал. Нормально смотрится, неплохо. Вандал. Колебатель. Это что-то опять из такого вот сортированных расцветок. Колебатель кишечника. Испаритель. Ну, а потом все это дело испаряется куда-то. Такие костюмы я бы вот расцветочки не стал бы одевать. Поборник. Напоминает некоторые костюмы из боевой лиги, кстати. Ему уже и нафиг не нужны костюмы из лиги, так подумать. У него все такие, все самые топовые расцветки есть у спауна. Так, ну что, давайте смотреть его. Что там у нас есть? Вступление. Погнали. Темный страж. Осквернение осквернителя. Вы поняли, да? Осквернитель — это вот башка сейчас была. Заклятый враг. Четко смотрится вообще. Адское пламя. Вот это, кстати, заставка, мне кажется, что очень похожа на Шан Цунга. Может быть, даже та же анимация. У него, по-моему, такой же выход есть у Шан Цунга. Также руки светятся, там души светятся, типа того. Там что? Ха-ха-ха, смеется такой. Там очень похоже. Ну, может, просто совпадение? Не знаю. Мелболгия.
какой-то зачет, да, типа вот все сразу думают, что это пасхалка к фильму. Возможно. Там рожа демона была похожа, но там была ужасная графика, вот этот демон в фильме был ужасно сделан. Такая прям примитивный был графоний. Вот. Ну, возможно, вот так же он выглядит и, не знаю, в комиксе там или где-то еще. Но здесь, конечно, он выглядит лучше, чем в фильме. Король Ада. Вот это вообще зачет. Сел расслабиться. Король Ада. Воздаяние. Воздал цепями, короче. И без маски. Это прикольно тоже, да. Вы, наверное, тоже уже видели в прошлом видео. В общем, сейчас он будет с себя срывать маску, и там будет лицо такое страшное, труп такой. Да, вот так вот. Так, это значит все заставки у нас получается. Какая больше понравилась, пишите в комментах. Тут у нас бруталити, фаталити. Две фаталки я уже открыл, я уже пооткрывал тут несколько бруталок. Возможно, скоро все откроем на него, не знаю, сколько их будет. Бруталити все прикольные у него в основном. Вот, так что, возможно, ребят, будет видео по бруталкам отдельно. Если вы напишите в комментариях, что хотите видео по бруталкам за спауна, и обязательно поддержите лайкосом это видео. Вот, и значит, что у нас тут есть, какие стили? Вот, стили боя разные есть тут у него. Измученная душа, вот видите, приемы, полыхающее оружие, лучи с небес, призыв легиона, рай и ад, рвок хеллспауна, пропащая душа, обуздавший некроплазму, лужа некроплазмы, цепь из ада, кожа скольжения. Так, воскрешенный стиль, цепь из ада, пропащая душа, смертоносная кожа. Истинная мощь, К7, кожа скольжения в воздухе, извержение ада. Падший ангел в воздухе. И рейтинговые стили. Из ада. Значит, полыхающее оружие. Лучи небес. Падший ангел. Избранный рейтинговый стиль. Второй. Значит, рывок холлспауна. К7. Кожа скольжения в воздухе. И третий, последний рейтинговый стиль. Холлспаун. Цепь из ада. Извержение ада. Смертоносная кожа. Вот, ребят. И это все у нас, что есть у нашего спауна. Как вам понравился он, не понравился, пишите в комментариях, обосновывайте свое мнение обязательно, ребят. Вот, ну и, короче, ставьте большие пальцы вверх. Что еще хотел сказать, значит, это у нас получается последний персонаж из Combat Pack, то есть вот все, что, получается, все, что вот, когда мы покупали Mortal Kombat 1 вместе с Combat Pack, это все, больше нам ничего не дадут бесплатно. Вот ждем анонс теперь Combat Pack 2. Произойдет, я думаю, в течение, наверное, 2 месяца анонс. Вот. И там мы уже узнаем, кто нас ждет потом. То есть Combat Pack 2, скорее всего, придется покупать уже отдельно за отдельную плату. Вот, и все, что там будет, уже в него входить. Но там какие-то ждут нас изменения. Там какие-то улучшения в игре, добавления кое-чего там будет. Так что будет много чего интересного. Ну, а как персонаж, я думаю, это один из лучших гостевых персонажей. Мне зашел он визуально, по крайней мере, лучше, чем Терминатор. И лучше, чем Джокер. Джокер был круто исполнен. Я сравнил гостевых персонажей. Но все-таки спаун больше вписывается вот в такие игры, как Mortal Kombat, как я считаю. Но это мое личное мнение. Вот, ваше, опять-таки, высказывайте в комментариях. На этом у меня все. Сейчас там появится пару роликов на экране. Нажмите, посмотрите, если не смотрели. Подпишитесь на канал, если не подписались. С вами была Недзука. До новых встреч.